Всем мое почтение, и вот в Киеве снова горел рынок Оболонь. Пожар был на 200 квадратных метров. Сгорело 8 торговых павильонов из 30. Причина пожара пока не установлена. Но я лично не сомневаюсь, что это мог быть поджог. Причем в 2013 году уже на этом рынке был пожар. Сгорел один большой центральный павильон. Тогда размер пожара был около 1000 метров квадратных. Я считаю, что это мог быть поджог. Это твое мое субъективное мнение, мнение простого человека. В наше время это неудивительно, что мог быть поджог. А вы вот лично, может быть, как киевлянин, как житель Оболони, думаете, это случайность? Халатное такое поведение и несоблюдение пожарной безопасности? Или все-таки злонамеренный поджог? Вот напишите в комментариях ваше мнение. И если это поджог, как эти люди, торговцы, физические лица предпринимателей, как они будут компенсировать свои убытки, если этого поджигателя не найдут? Жалко людей. Все-таки, если это поджог, они считаются пострадавшими. Вот такие вот дела, ребята. Берегите себя. И пусть на вашей, так сказать, жизненной дороге не будет ни таких вот случайностей или преступлений. Берегите себя.